В селе Баутино Тупкараганского района состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Сулеймен». Новый спортивный объект подарен компании «Нефтестройсервис», руководителем которой является Ибрагим Акдрашев. Подробнее о новом объекте в следующем сюжете. Новый зал позволяет заниматься одновременно 200 спортсменам по дзюдо, хазахша, крес. Действуют также бассейны, фитнес-залы. В церемонии открытия комплекса приняли участие аким Тупкараганского района Рахат Ильтизаров, директор филиала компании «Нефтестройсервис» в Мангыстауской области Индира Байтурганқызы и жители села. Дорогие тупкараганцы, уважаемые жители села, от всей души поздравляю вас с открытием нового спортивного объекта. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана призвал уделять особое внимание вопросу улучшения здоровья населения. В целях реализации политики президента в данном направлении у нас проводится ряд работ. В рамках государственных программ в эти дни в Тупкараганском районе функционируют 6 спортивных комплексов, один из которых частный. И вот сегодня мы с вами стали свидетелями открытия еще одного частного спортивного комплекса, построенного при спонсорской поддержке известного в регионе частного инвестора Ибрагима Акдрашева. Не так давно в селе Акшукур был построен спорткомплекс «Сулеймен», в котором сейчас занимается наша молодежь. Призываю всех заниматься спортом и помнить о том, что наше будущее начинается с сегодняшнего дня, и что подрастающее поколение должно быть приверженным к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом. По инициативе компании «Нефтестройсервис» открываются 3 спортивных комплекса в Тупкараганском районе. До этого спортобъекты были открыты в Кулсары и Акшукуре. Сулеймен спорт кешені ашылып жатыр. Мы открываем этот 3-й спортивный комплекс имени Сулеймена в Баутино. Первый был сдан в эксплуатацию в селе Акшукур 1,5 года назад, другой в Кульсара. В спортивном комплексе Сулеймен есть 20-метровый бассейн. В комплексе можно будет также заниматься казахской и вольной борьбой. Тэквондо, есть также фитнес, пауэрлифтинг для подростков и тренажерный зал. Спорт кешенімен біз мақтануымызға болады. Мы можем гордиться таким функциональным спортивным комплексом. Совершенно точно могу сказать, что такого нет ни в одном селе и районе. Так как я занимаюсь кикбоксингом, мы раньше ездили на тренировки в Актау. Сейчас все от мала до велика могут тут заниматься любимым делом. Одним словом, это незаменимая возможность для нас подготовиться к будущим соревнованиям. На церемонии открытия была представлена продукция завода «Даулет Нан», принадлежащего компании «Нефтестройсервис». Хлебзавод «Даулет», помимо хлебобулочных изделий, производит макаронные изделия, муку, консервы, лапшу быстрого приготовления и полуфабрикаты. Ажан Сабитхазы, Баужан Ниаскул, Дидар.